Вы хотите знать, что вы такое? Все вы когда-то жили в городских стенах консорциума. Вас удалили из ваших же тел. Вы не помните, потому что консорциум стер вам память. Одно уголовное обвинение спасло жизнь 10 граждан. Консорциуму не нужен только ваш мозг. Потому что ваш мозг испорчен. Мы не знаем, зачем нас оставили в живых. Для чего. Но это продолжается уже поколение. Мне пришлось разблокировать вас. Иначе вы бы бесцельно скитались, пока не закончится батарея, а потом бы ваш мозг задохнулся. Я выбрал для вас жизнь. Я всегда буду выбирать жизнь. Но для тех, кого все еще терзают иллюзии прошлого, зеркало может сказать вам, кем вы когда-то были. Зеркало? Что это? Что такое зеркало? Зеркало читает следы вашего разума. Она знает ваши истории, ваши преступления. Криминальный код консорциума. Статья 1.1а. Государственная измена. Статья 1.1б.
террористический акт. Преступление против консорциума. Террористическая атака в обнесенном городе Такома. Политический диссидент. Переведено и озвучено Диафильм Студио. Перевод Маркус Гонзалес. Роли озвучили Маркус Гонзалес и Алена Андронова.